Всем привет, друзья! С вами я, Нюким, и я еду со своего неудачного свидания. Короче, рассказываю. Поехал я на свидание с богатой, красивой девушкой. Еле живых остался. Ёкаламане, она хотела меня на органы пустить. Вот это да! А я-то думаю, в чем подстава? Капец. В общем, походу, надо было вас послушать и пойти на свидание с умной девушкой, с которой я столкнулся в ателье. Но, блин, понимаете, у меня даже телефона не осталось. Что я буду делать? Хрен его знает. Чё, мы уже подъехали? Вот меня мой товарищ Дмитрий подвозит, мы с ним уже сдружились. Он так часто меня на такси возит, капец просто. Ладно, Дмитрий, все, можно прям тут останавливать. Спасибо, ты и так ради меня стараешься. А, послушал про телефон? О, да, не беда, что послушал, ничего страшного. Что? Ты мне телефон даешь? Вот это да! Подожди, деньги, подожди. Дай хотя бы соточку тебе дам. Вот, пожалуйста. Ага. Слушай, дружище, выручаешь. Да держи, блин, на бензин хотя бы. Так, ну ладно, ребята. Ёкаламне, у меня теперь есть даже и телефон. Вот это да! Там осторожно! Капец. Дмитрию под колеса прыгают. Ладно, ребята, сейчас надо будет позвонить девушке, которая у нас, типа, красивая и воспитанная, умная. И попробуем вторую попытку, попробуем свидание с красивой и умной девушкой. Ну что, погнали домой. Когда нам уже лифт починит? Такую коммуналку плачу конскую. Так, где тут ключи? Все открыл. Ага. Так, вся мебель на месте. Отлично, не разворовано ничего, замечательно. Ну что, ребят? А, точно! Там же моя кошка рожает. Сейчас надо ее проверить. Сушка, привет! О, что, мультики смотришь? Ну как тебе рожается? Что-то такая игривая сегодня. Ну чего, поразговариваешь с папой? Мяу-мяу, и тебе не хворать. Все, ладно, давай, не мешаю. Посиди пока тут, папе надо сделать важный звонок. Так, закрываю. Фух, все, соберись с духом. Сейчас надо позвонить девушке. И сказать ей все прямо. Не, ну она же сама тебе записку кинула, типа хочет на свидание. Все, поэтому никаких проблем вообще. Звоним. Так, набираем. Все, звоню. Ага. Ага. Гудки. О! Милая, привет, здравствуй. Это я, Нюким. Да, помнишь, мы виделись там в ателье? Ты мне бумажку дала. Слушай, прости, пожалуйста, что я так долго не звонил. Я так стеснялся, но вот я наконец решился. Может, сходишь со мной на свидание? Отлично! Слушай, а у тебя есть какие-то предпочтения? Куда ты хочешь? Можем в кино или покушать. А, кафешка? Хорошо. А где встречаемся? Напиши, пожалуйста, адрес или скинь мне по смс, ладно? Или по ммс, я не знаю там... Ага, все, спасибо, давай. А во сколько? Хорошо, все, 7-8 часов, понял. Сегодня 7-8 часов буду. Все, давай, целую. Ага, все, бросила. Офигеть, ребята! Вот так все просто. Не, ну конечно, все просто, когда девушка сама тебе телефон дает. Еще бы. Так, что там, с ушкой моей? Ну чё? Чё, не родила еще? Ну ладно, пойдем. Свежим воздухом подышишь. Может, полегче пойдет. Все, давай, сушка. Так, свет выключаем. Погнали. На тебе ляжки маленько растрясти. Так, закрываем дверку. Все, закрыли. Все, давай. Сушка, вниз. Заодно, может, посоветуешь меня? Ты же уже, типа, девушка опытная, да? Уже с прицепом почти. Ну, а я вот на свидание только собираюсь. Мне нужны советы. Поэтому давай, не стесняйся, говори. Сушка. Слушай, давай, не отставай. Ох, ты какая тяжелая. Ну, понятно. Скоро пополнение. Так, ну че... Блин, уже куда погнала? Ё-моё, слышь, сушка, не бросайся на людей. Не бросайся. У тебя есть папа. Папу нужно охранять. А? Понимаешь? Все, и слушаю советы. Так. Чё это там, какая-то машина, что ли, новая? Я тут раньше геликов не видел. Там не... Ба! Это чё, бандит, что ли? Смотрите, какой-то в маске. Сушка. Он тебе не кажется подозрительным? Ой, коты. Конечно, коты всем хороши. Но вот чем они отличаются от собак, то что они всегда сами по себе. Собака, может, мне... О, прибежала? Ладно. Сушка не хочет делиться своим мнением. О, Дима едет. Дима, погодь.
Сушка, ко мне! Сушка, ко мне! Слушай, у меня тут свидание намечается. Блин, ты, кстати, вот этого мужика не знаешь? Что-то он меня напрягает. Все, сидит там в гелике, палит. Я его раньше не видел. Слушай, можешь меня подвезти, а? Мне тут до кафешки нужно. Вот координаты скинули, посмотри, это недалеко будет. Вот, и сколько будет по стоимости? Сушка, Сушка. Ну там, давай, что там, не выходит еще? Покажи, покажи. Не, походу еще нет. Недалеко. Ой, слушай, можно тогда сейчас кота занесу домой, и ты меня подвезешь, пожалуйста. Отлично, все, я мигом. Одна нога здесь, другая там. Сушка! Сушка, пошли, пошли, пошли ко мне быстрее. Вискас я тебе насыплю. Вот, какая хорошая кошка, а? Вот, Вискас, она всегда понимает. Это, значит, очень доходчиво. Хорошо, хорошо. Так, так, главное не промазать. Суша, Суша, Сушка. Офигеть все-таки, да? Посмотрите, какая у меня здоровская кошка. Вот я сейчас жаловался, типа, не собака. Ну, так, она что, убежала уже, что ли? Вот она мордой своей светит. Погнали, погнали. Она, конечно, не собака, но очень даже понимающая, даже какие-то команды выполняет. Так, открываем. Ух, своровать ничего не успели. Все, Сушка, давай, заходи. Давай, тебя в комнату заведу. Погнали. Так, что тут... А, вот рыбка есть. Слушай, Сушка, смотри. В одной руке у меня рыбка жареная, а в другой сырая. Какую рыбку хочешь? Жареную или сырую? Понятно, жареную. Но тебе жареную нельзя, поэтому правильный ответ сырую. Тебе нужны свежие макроэлементы и всякие минералы. Так, а мультики давай вот тебе включим. Вот, хотя насмотрелся уже мультиков, все, тебе покой нужен. Давай, Сушка, спи и отдыхай, спи и отдыхай. А то каких-нибудь уродов родишь. Так, 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 свет выключили. Свет выключили. Это тоже выключили. Знаете что? Я, пожалуй, даже не буду себе костюм одевать. А нафига? Она же меня без костюма увидела. Вот так и буду. В чем она меня встретила, в том пускай, значит, и на свидание я пойду. А то мало ли что еще испоганю. Ладно. Ой, там я дверь не закрыл. Это очень важное дело, забывать нельзя. Так, закрыл. Закрыл, все. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк, если вы тоже иногда забываете, закрыли вы дверь или нет. И иногда ходите назад, подергать ручку. Вот кто так делает, хотя бы раз в жизни делал, поставьте, пожалуйста, лайк, ладно? Вот прямо сейчас. И конечно же, подпишитесь, но без этого никак. Все, закрываю дверь. Ой, Дима, спасибо, что дождался меня, ёкаламане. Сейчас надо с тобой разговориться, чтобы на свидание не запоминаться. Все, фух. Главное не опоздать, лучше там подождать. Капец, ребята! Этот гелик нас преследует! Димон, ты видишь, да? Прям за нами едет. Тот самый чувак в маске. Ёкалмы, и что делать? Так, ну ладно, сейчас день на улице, вроде ничего не грозит мне. Слушай, ну давай у кафешки меня высади, я прям туда сразу зайду. Ну как-то что-то очково. Чё он за нами увязался? Чё ему надо? Какой-то странный. А, вот кафе, да. Ага, спасибо. Слушай... Блин, зараза. Проехал. Фух, походу пронесло. Так, на, держи, короче, деньги. Вот тебе 100 рублей. Давай 200 тебе, 200 рублей тебе за опасность. Гадина такая, он там остановился. Все, давай, Дим, пока. Пока, только осторожно. По людным местам есть. Все, пока, пока. Так, кафе. Кафе, кафе, кафе. Ой, привет, ты уже тут меня ждешь? Прости, пожалуйста, я думал, я раньше приеду. Здрасте, здрасте. Ой, ты уже все заказала? А я хочу, мне, пожалуйста, а то же, что и ей. Повторите, пожалуйста, хорошо? Все, да, до свидания. Офигеть, какая ты красивая, да мои дела отлично. Ты что, еще спрашиваешь, я с тобой на свидании, как могут быть мои дела? Ой, ё-моё, у меня вообще... Так, нервы, ёлка-ламане, ты такая роскошная. О, прости, пожалуйста, можно я на тебя посмотрю со стороны? Вот это да, балдёж! Такие волосы! Огонь! Вот это огонь! Да, люблю, очень люблю. Пирожные люблю, торты люблю. Торт? Чудесно! А ты любишь рыбу, а? Рыбу. Вот как насчет. Изготовленного лосося, а? Ну попробуй. Смотри, какая красивая, радужная. Сам поймал, отвечаю. Мне помогал друг Сушка.
Главное не сказать, что подруга. Угу. Так, если что... Ой, блин, забыл жвачку пожевать. Так, быстрее, 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 быстрее. Хо! Такое свежее дыхание. Уже? Так это борщ. Вы чё под стул-то кидаете? А, вот, так-то лучше. Спасибо, спасибо вам большое. Ой, отличный тур. Вообще отлично. Слушайте, а можно вас спросить, а вы любите стихи? Стихи, там, не знаю, поэмы, поэзию. Вот я просто тоже люблю. Хотите, я вам прочитаю стишок? Вот прямо сходу, импровизация. Так, слушайте. Вышел заяц на крыльцо, почесать свое лицо. Сунул лапу, нет лица. Так купил себе машину. Господи, что я несу? Блин, что за бред? Ладно. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в краю далеком? Что кинул он в краю родном? Гуляют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Как вам, а? Понравилось? Я специально для вас выучил. Это типа аналогия на наши с вами отношения. Видите, вот а торт это парус. Ну ладно, знаете что? Мне кажется, мы тут уже сиделись. Как насчет того, чтобы уйти отсюда? Например, ко мне. У меня дома никого. У меня... хотите я вам покажу котят? Рыжие, красивые. Да, на посмотреть на котят. Вы ни разу не смотрели на котят? Да, вот, пожалуйста, сколько там с нас? 500, 600, 800. Вот, пожалуйста, все забирайте. Все, пойдемте, пойдемте. Ребята, есть! Я, конечно, чувствовал себя пипец как неловко, но она согласилась пойти ко мне домой. Походу, прокатило. Сейчас я только другу позвоню, хорошо? Чё он палит? Давай-ка зайдем пока, а? Давай в кафешку зайдем. Сейчас мой друг приедет. Алло, алло, Димас. Здорово. Слушай, езжай скорее. Только осторожно. Этот черт на гелике опять палит. Ага, да, давай, все, жду тебя. Блин. Этот хрен на гелике не отстает. Опять за нами поехал, да что же ему надо? Может подойти, поразговаривать с ним, а? Да нет, еще девушка испугается. Ничего, у меня с собой есть. Блин, да ничего с собой нету. Ключом его, что ли, пырнуть? Ладно, сейчас день, ничего плохого не случится. А, все, любимая, мы приехали. Дмитрий, спасибо, спасибо вам большое. Вот, держите, держите. Вы на высоте. Во всех смыслах. Ну что, пойдем, пойдем. Вот, тут я типа живу. Это мой подъезд. Снимаю тут хату. Нормальная хата. Такая холостяцкая, конечно. Но я надеюсь, мы это скоро исправим. Кстати, насчет котят. О, блин, надеюсь, Сушка там уже успела. Сушка, пожалуйста, пожалуйста, поторопись. Ну, не все так очевидно. Но я надеюсь на лучшее. Может, их там один, может, два, а может и ноль. Кто знает. Так, блин, Сушка, пожалуйста. А то она уйдет. Ну что, пойдем? Раз. Два. Так, открыл. Три! Ага. Вот такая у меня квартира. Ну, да, небольшая, но видишь, комнаты две. Две, даже три. А, Сушка, Сушка, привет, смотри. Это моя новая девушка. Очень красивая, да? Кстати, а как тебя зовут? Мне очень неловко, я забыл представиться. Я Никита, Никита Нюкин. Это моя кошка Сушка. Она рожает... Рожает? Блин, ну я думаю, котята скоро уже будут. Ну да, я же говорил. Сушка, ну не подводи меня, пожалуйста. Слушай, ты на меня не обидишься, что она пока не родила? А то получается, Виктория, я тебя обманул насчет котят. Но это было непреднамеренно. Фух. Блин, она блюет рыбой. Сейчас, подожди секунду, я ей травки лучше дам. Сушка, блин, давай в туалет заходи. Сушка, ну ё-моё. Не позорь меня перед девушкой, пожалуйста. Давай, давай, вот тебе травки. Травки, вот, прочисти кишечник. Так, а это мы смоем лучше. Нет, вот на тебе рыбу. Ой, травку, рыбу мы смываем. Ага. Все, молодец, не выходи. А как насчет посмотреть, например, мультики? Вот у меня тут есть рыжеволосый мужик накачанный. Что?
Что он тут делал? Че, упал что ли? Ёкаламане, этот идиот свалился от испугу. Ну, реальный извращенец. Так, ну я думаю, самое время, пока он там валяется, пойти с ним поразговаривать. Ну да, а то я уже с самого утра его вижу сегодня. Пойдем, пойдем, разберемся. Блин. Сейчас я подойду. Зараза, мужик долбанный, все мне обломал, походу. Ну, зато узнаю, что это за черт. Пойдем, пойдем, пойдем. Так, сейчас закрою. Все, закрыл. Погнали, погнали. Вот это, блин, свидание у нас с тобой. Даже мультики не посмотрели. Ну ничего, я надеюсь, у тебя же желание смотреть мультики еще не отпало. Там у меня два телека, если что. О, круто. Так, сейчас, погнали, погнали, погнали. Так, Дмитрий! Пойдем, пойдем. Вот у тебя гаечный ключ есть, пригодится, погнали. Тот черт упал с окна. Прикинь, он за нами следил. На дерево залез и там что-то палил. Извращенец с окна наблюдал за нами. Сейчас, сейчас, сейчас узнаем. Он там, надеюсь, позвоночник не сломал, а то еще. Ну, все-таки такого я и врагу не пожелаю. Сейчас, сейчас, сейчас. Надо, чтобы он был здоровый, чтобы мы его отмудохали. За такие фокусы. Вон, вон, что, уже оклемался? Стоять, сказал! Стоять! Ну-ка, снимай маску. В смысле, кто ты? Какой еще ты? Что-то какой-то голос знакомый. Что? Батя? Батя, ты чё? Ты какого хрена за мной следишь? Ты чё шпионишь за сыном? Да... Взял и поднялся, тебе машину купил, какое у тебя дело, блин? Ай, ну что, убедился, что все хорошо? Ой, слушай, Виктория, это, короче, мой отец. Давай, знакомься. Это Виктория, это батя. Очень приятно. Вот именно, все, давай, проваливай. Я тебе гелик купил не для того, чтобы ты за мной шпионил. Ой, Вик, прости, пожалуйста, так неловко вышло. Ай, я не знаю, вот пообщайтесь. Батя, это Дима, он любит старые советские машины. Я думаю, найдете общий язык. Вик, ну ладно, пошли, пошли. О, ребята, ну ничего, не все так плохо оказалось. Во всяком случае, это мой отец, и он не сломал себе спину. А сейчас мы с Вик идем ко мне домой, и я думаю, там нас ждет кое-что интересное. Ну, Вика, не отставай. Сейчас будем мультики смотреть. Ну ладно, ребята, с вами был Нюкем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!